Уфимский музыкант Михаил Васильев снял клип на свою песню «Уфа, Казань, LOVESTORY». В нем рассказывается о сложностях взаимоотношений влюбленной пары, живущих в разных городах. По словам музыканта, вся история выдумана и не имеет реальной подоплеки. Но многие пары в этой песне могут увидеть что-то свое. Напомним, это уже не первая работа музыканта и его коллег, посвященная Уфе. В прошлом году клип «Добро пожаловать в столицу» набрал более 200 000 просмотров.